чем причина такие разные периоды? Ну, наверное, потому что площадка немножко была другая, поменьше площадка, мы не привыкли к таким площадкам, но я не думаю, что это как-то сильно сказалось на нашей игре, просто они забили пару голов быстрых на большинстве, ну, так что сегодня немного хромало меньшинство. Не очень, конечно, судьи сегодня смотрели на площадку, потому что тяжелые были удаления, спорные даже, могу сказать, вот, и... Мы ходили, пытались обжаловать их, но не получилось. А насколько будет вот это поражение повлиять на игры с «Динамо», потому что с «Динамо» тоже будет не подарок? Ну, будем готовиться. У нас есть 2 дня перед «Динамо», так что мы будем готовиться. Приедем, просмотрим моменты, проанализируем все, что нужно сделать. И я думаю, что мы будем готовы. А физически с Донбассом много игрового времени, и здесь много времени на площадке проводите. Не тяжело? Вот физика, она не пострадает? Да нет, нормально, чувствуем себя хорошо. Мы же 1,5 месяца занимались перед сезоном. Я думаю, что все ребята чувствуют себя прекрасно. Просто где-то не повезло, где-то пропустили пару быстрых голов. И все равно вернулись, отдать должен ребятам. Молодцы, забили, вытащили до овертайма. В овертайме не получилось, но на булитах чуть не повезло. Сегодня потеряли 2 очка или приобрели 1 очко? Ну, мы и потеряли, мы должны были выиграть, я думаю, потому что у нас было очень много моментов, которые мы должны были реализовывать, но не получилось. Ну, я бы не сказал, что соперник там что-то предпринял такого, там, что мы стали ошибаться. Там нет, просто немножечко, я думаю, ну, я бы не сказал, что расслабились, просто вот одно удаление, второе, третье, немножко это все-таки сломало игру. Мы играли, ну, вот концовку первого в меньшинстве и второй тоже практически там играли 2 минуты, 3 на 5, это отнимает много сил, поэтому, может быть, немножечко не хватило в концовке. Ну, удалось вернуться в игру, удалось счет сравнять, и, в общем-то, были моменты выиграть. Чего не хватило? Вот здесь уже не хватило, может быть. Ну, я не знаю, чего не хватило. Мне кажется, опять же, наверное, времени немножко не хватило. Надо просто использовать свои моменты. Ну, они хорошо сыграли 5 на 4, они забили 2 гола в большинстве. У нас было несколько моментов, там, может быть, 2 раза играли в большинстве, 3, вот надо было забивать. Ну, ничего страшного, как бы. Сезон длинный, все нормально. А на площадке обе команды выкладывались. А не было ли ощущения, что кто-то, в общем-то, потерял нити игры в сегодняшнем матче? Ну, в третьем периоде мы уже немножко стали доминировать на площадке, конечно. Вот овертайм, там всю шайбу как бы контролировали. Но опять же повторюсь, то, что надо использовать свои моменты. Как и в перекладину, по-моему, попадал Панарин там в овертайме. Вот, то есть надо просто забивать голы. А не скажется 2 поражения на игре с «Динамо» вот через пару дней? Абсолютно не скажется. В команде все отлично, хорошо. Ничего страшного, любая команда может поиграть, поэтому как бы готовимся. Мы с игру сыграли, забыли об этом. Сделали правильные выводы и готовимся к «Динамо».